Королева проклятых, поздние сборы, суперлуна, поездка в аэропорт, посадка в самолет, полет с какими-то пидорасами, приземление, которое чуть не заставило весь самолет обосраться кирпичами, вернее, заставило, проебанный багаж, найденный багаж, пересадка на поезд, который опоздал в стране, в которой не опаздывают поезда, поездка на опоздавшем поезде, сон, чуть не проспал Кёльн, вышел в Кёльне, пересел на электричку, сидя в электричке, фотографировался, чтобы не уснуть, приехал на станцию Шпих, вышел на станции Шпих, перся потом около километра до этого отеля, потом в отеле 2 часа ждал, пока мне номер дадут. Дали номер, я пошел, купил себе еды, я дико устал, это был мучительный день, мучительная поездка, а теперь сладкий бубалех. Привет, дорогие друзья! Я нахожусь в Кёльне, буду с завтрашнего дня освещать события Gamescom 2014, к сожалению, в одиночку, потому что за буквально очень короткое время до отбытия в Германию суслик с дистанции сошел. Проблемы, он в больнице, у него операция, давайте все пожелаем ему удачи. Это сильно осложнит мою работу в плане видео, потому что я не смогу делать интервью с разработчиками в видеоформате, но я сейчас вам расскажу, как все будет происходить вместо этого. Будут видеоблоги на канале, вот как этот, это первый из серии, соответственно, это вы видели мой палец на фронтальной камере моего телефона, потому что камеру обычную я забыл в номере. Дальше будут обзоры новых продуктов, какие-то истории, какие-то краткие очерки в группе и ссылки на материалы, если они будут публиковаться в других изданиях. Так что, пожалуйста, за группой следите, в группу вступайте, кого там нет, там все сейчас будет очень интересно, подробно. А также фото, если хотите, вы можете смотреть в моем инстаграм Леда Омега, ссылку я в группе тоже напишу. Ну и всякие там истории. Все в группе. Все будет в группе. Да, и возможно я буду брать текстовые интервью. Текстовые. Ладно, фиг с ними, с этими ударениями. Буду брать интервью, то есть просто с диктофоном сидеть. И потом распечатывать, если что-то интересное. Может быть, вкратце. Спасибо, оставайтесь на связи. Gamescom 2014. Леда ZDR возрождается. Давайте.